Каждый из нас ценит свое время и пытается организовать его максимально рационально. Сотовая связь, интернет помогают быстро решить важные вопросы. Отвечая запросам населения, больницы республики перешли в режим онлайн. Записаться к участковому врачу сегодня проще простого. На помощь пришли интернет и колл-центры. Все это используется в городской клинической больнице номер один, самой крупной в Чувашии. Все плюсы электронной регистратуры, как бы они тоже налицо. Во-первых, пациенту удобно, потому что он может записаться в то время, когда он может прийти в поликлинику. В то же время удобно врачу, потому что врач, зная список пациентов и зная свое прикрепленное население, в принципе, он тоже может запланировать свой прием. Городская детская больница номер один принимает маленьких пациентов более 70 лет. Сегодня это современный комплекс, отвечающий всем требованиям. Администрация больницы активно внедряет новые технологии, направленные на создание максимально удобных условий для пациентов. В частности, заранее записавшимся на прием рассылают смс-сообщения с подробной информацией. Во многом благодаря такому внимательному подходу детской больнице удалось занять призовое место среди самых эффективных и лучших поликлиник России. То, что получилось, это отчасти действительно заслуга всех наших участковых докторов, потому что это та служба, которой мы можем гордиться. У нас есть специалисты, врачи-специалисты, которые давно оценены в республике. Новации коснулись и аптек нашего города. Сервисно-поисковая платформа «Спутник» значительно облегчает поиск нужных препаратов по самой выгодной цене. На сайте предоставлены не только адреса ближайших аптек, но и полезные статьи о наиболее часто встречающихся заболеваниях и их профилактике. Здесь это добровольное участие аптечных учреждений в этом сервисе, то есть и если они размещают свою информацию о наличии препаратов и о их цене на этом электронном сервисе, то пациент имеет возможность выбрать аптечное учреждение, выбрать стоимость препарата. Со временем технологии будут внедрены во все больницы республики. Таким образом, очереди значительно сократятся, а время, отведенное на общение врача и пациента, увеличится. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.